Шок. Елена Корикова спилась до неузнаваемости. Исполнительница главной роли, бедная Настя, приложилась к бутылке. Всему виной быстрый закат карьеры после неудачной пластики лица. Ее буквально перекосило на одну сторону. Знаменитая актриса сериала «Бедная Настя» Елена Корикова страдает алкоголизмом. Когда-то очень эффектная и красивая блондинка уже не приковывает мужские взгляды. Неудачная пластическая хирургия и ошибка врача завершили карьеру девушки. Теперь Елена больше не интересна продюсерам и режиссерам, разве что для второсортных ролей, но для бывшего секс-символа это убийство. Всегда красивая и одетая с иголочки Корикова перестала появляться на публике, потому как испытывает огромное чувство неуверенности. Талантливая актриса медленно, но верно губит свою жизнь. Поклонники Кориковой обеспокоены и боятся, что совсем потеряют секс-символ нулевых.